В Златоусте водителям пришлось гоняться за пьяным лихачом на Тойоте. Мужчина едва не протаранил несколько автомобилей на дороге. В итоге все равно устроил ДТП. Автор видео заметил эту машину с хаотичной траекторией движения. Сообщил в ГИБДД и стал преследовать нарушителя. Здравствуйте, здесь, короче, Тойота Камри старенькая, едет неадекватно, подрезает всех. Лихач на легковушке подрезает автомобили, не смотрит по зеркалам, обгоняет по обочине и вот-вот устроит ДТП. В итоге, после очередного маневра, шофер не справился с управлением и вылетел с дороги. Повезло, что другие машины не зацепил. Занесло! Все, занесло, удар! Безумная гонка закончилась в кювете. Очевидцы дождались инспекторов ГАИ и передали пьяного водителя полиции. Теперь за езду под шофе его могут лишить прав.